Что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Мамор. Сегодня мы играем в такую увлекательную игру, как Майнкрафт. Это летсплей Ностальгия, называется, потому что тут стоит версия 1.5.2. Мода около, скажу так, где-то 40, по-моему, 42 мода здесь стоит на этой сборочке. Сборочку создал я давно, я долго ее тестировал, и багов на ней не выявилось. Основной и самый главный, наверное, здесь мод, это стоит Industrial. Второй. И парочка к нему таких вот замечательных аддонов. Не знаю. Цель этого летсплея будет, наверное, разжиться до такого состояния, чтобы я сидел просто вот... Ой. Сидел просто и... на стуле, на диване такой, да. И нервно пивал кофейку и... А за меня все машины все делали, да. Тем временем я начал рубить дерево, смотрю там, что у нас есть. Зимний биом, вода и пустыня. Пойдемте в пустыню. Я особо люблю зиму в Майнкрафтах. Стоп, сложно, да, сложно стоит. Также есть тут мод на хардкор, то есть урспавн мод стоит. Battle Towers, вы видите, Powercraft, Computer Craft. Значит, Powercraft. О, обожаю. Они погружены на текстурки. Так. Powercraft, по-моему, здесь стоит. Или не могу ошибаться, на самом деле. Билд стоит. Без билда я никуда. Дальше. Computercraft. И все, по-моему. Да. А, резина. А, нет, вру. Нигивея. Так. Резина, нигивея. Так. Давайте отправимся в пустыню, потому что мне не нравится сейчас джунгли, поскольку это вообще не айс. С текстурой у меня сейчас происходят странные вещи. Лес обычный. Хорошо. О, нет, 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 бежите. Эти элементы людей должны быть правила слова. А, я понял. Это у них какой-то одинаковый ID. Поэтому мне вдаются эти вещи. Какие эти? Ага, вижу. Ладно, надо будет как-нибудь потом потестить. Извините, ID. То, что стоит доги... Ну, короче, на то, чтобы собачка была. Вот. Так, еда. Вот. Немножко мяса сейчас разберу. Собачки, привет. Ага, место есть. Бежим дальше. Где-нибудь, не знаю, возле чего обосноваться где-нибудь. Где обосноваться можно. Найдем более равнинную местность. Поскольку... Ой, ё-моё. Поскольку это самый оптимальный вариант. Ой, блин. Так, что-то я пока равнины не вижу. Пустыня, кстати, впоследствии мне пригодится, даже сейчас пойду и нарублю немножко кактусов, потому что сильно пригодится мне. Гивею вижу, но пока нет. Все можно срубить, но у меня даже сейчас кирки нет. Что я не делаю? Пульк. А? Пустыня. Не знаю, насчет дома, да. Я бы хотел сделать какой-нибудь летающий дом. Что это такое? Стробери. Я просто пустыня не рядом. Ну... Ничего не нужна. Поесть можно. Вот. О, коровы! Коров. Да. Значит, я хочу сделать гигантский летающий замок. Который будет парить над пропастью. Просто без да. Ага, понял. Ампутатион мод стоит. Все. А, все, сдохни. Давай, сдохни. Ага, чё, сосал? Это длинный коровы идёт спам? О, неужели? Хорошо, то, что мы нашли сокровищницу. Только перед тем, как идти туда, нам нужно сделать хотя бы первоначальные инструменты. Я не знаю, как тут браться нам. Хотя можно в ней поселиться на начальный этап. На время, но она закопана, и поэтому и хорошо, наберем немножко шерсти, потому что надо сделать какую-нибудь кроватку.
Потому что ночью бег не очень. А, также есть материалсы на Ю. Это же Тинкер Констракт. А, да. Сделаем сейчас кирку, хотя бы деревянную. Верстачок. Палочки. И инструменты. Для начала деревянные. А, ачивка, да, я понял. Текстуру пак Пейтафл 64 на 64. Ну, не знаю, мне нравится. Так. И пошли копать. Ага. Для начала уже у нас динамит есть. А тумани Эйтемса нету, и ноты на Алтайпусе у нас тоже нет, нету. А у меня есть мод Craft Guys. Ну, это Craft Guy, по-моему, так называется. Не это. Золото и броня. Понял? Алмаз! Опа-на! Ничего себе, бронзовый меч. Так, хорошо. Ух, ё-моё. Ничего себе. Да. Вторые мне не нужны. Что ж, убираемся. Уже нашли алмаз, уже неплохо, господа. Ну, насколько я, как я уже тестил сборку, тут алмазы достаточно редко встречаются, да. И поэтому... Они особо не нужны. Также тут стоит мод, скажу сейчас, ЕЕ, теперь это Change, второй. Он, как бы, помогает, ну, алхимия, грубо говоря. Куда бы пойти? Ну, давайте туда пойдем. Какие горы, красоты. Бабочки летают, все хорошо. Давайте попробую сейчас найти место для проживания и тогда включу запись. У меня уже инвентарь забит, охренеть. Пока я решил сделать небольшой привальчик, выкопать небольшую яму, там копать. Хотя бы что-то накопать, и немножко камня хотя бы для начала, чтобы не бегать деревянной кирпой. Вот так вот. Да, кирка у меня сломалась, и можно сейчас идти делать себе новую кирку. Накопал я себе немножко булыжничка. Так, есть у меня так, кирка, а лучше две. Вот таким вот образом, все. Хорошо и замечательно. А сейчас сделаем еще себе топорик, чтобы вообще замечательно было. Вот, топорик. Сломаем сейчас себе верстачок. Используем... Так, не показывает стамак, блин. Нарубим сейчас себе деревце. Деревья хотя бы немножечко вот таким вот образом, да, хотя бы немного дерева себе нарубим, жить уже начать. Но также не будем забывать сажать его обратно. Уже смотрю, ночь начинается, блин, это уже плохо, а я ни сном ни духом. У меня есть, конечно, там небольшое пространство. Ух, как вас много. Ой, все, 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 не надо больше визнуть. Это видел тут гивею. Яблочко. 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 Где-то я видел тут гивею недалеко. Все же, предлагаю сейчас пропустить ночь. Идет немножко вот так вот себе досок. Палочек. Предлагаю сейчас пропустить ночь по-хорошему. И начать уже с утра. Да, новую серию. Разровняем больше немного местности, чтобы было попросторнее. Хотя тут есть небольшой такой местечко, где можно спать. Здесь, пожалуй, сделаем привальчик. А хотя и у меня есть верстак, что я туплю. Так. Поставим сюда. Сейчас сделаем печку. Ага, куй железо пока горячо. Да. И переплавим немножко досок. Я буду заниматься разравниванием местности и скрафчу себе кроватку. Кроватку, кроватку. У меня дерево для кроватки нет. Хорошо. Я понял. Ага. И печка еще гореть перестала. Замечательно. Так, где тут? Вот большое дерево. В принципе, можно усубить. Уже пошли, 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 уже зомби.
Уйди, 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 уйди. Всё. Блин, я понял, вы опасны. Нет, вот здесь вот дерево. Следить за экологией, потому что все-таки мы в ответе за тех, за нее, это мой мир, я выживаю в сингле. Стой. Меня убить еще могут, блин. Нет, не надо мне. Трубим последнее деревце сейчас, пожалуй. Посадим. И бежим быстро домой, в яму, которую вы выкопали. Закапываемся, закапываемся. Все. Иди в задницу всех. А, наверное, сейчас темно, ничего не видно, но я попробую сразу сделать так вот и сделать так, чтобы было хоть что-то видно. Немножко сейчас себе кроватку. Сделаем, пожалуй, себе еще одну печку. Поставим вот сюда вот и будем пережаривать. Сделаем вот так вот и пережарим немножко мяса. Говяжьего. Так, что теперь? Так, как топливо эту доску сожжем сейчас. Сделаем себе пару котлов. Мало есть. Вот мало. Слышу зомби. Мне это ой как не нравится. Что... Ой, какие вы страшные. А у меня не так, силен в разгар. Много, скажу так. Я себе даже проход не ждал, но сейчас найду и себе сделаю как-то. Тела, вот так вот. Тела поставить, хотя бы минимальное освещение. Стыки. Стыки. Кусятина. Я выступлю. Будем тем временем регеним ПП. Надо сделать интерьерную. Так, стоп, сдал. Пара лестницы. Думаю, хватит. Там, прям впритык, всё. Здесь мы делаем сейчас люк. Люк, я твой отец. Люк. Жить тут комфортно. Где ты? Иди, выше. Так. Хорошо, хорошую судок сделаем. Ой, сжигаю все, что есть. Ставлю эту как базу, чё, нормально. Эти время... Зачем я сделал кровать, я не знаю, я толком не знаю. И сейчас я пойду потом вызываться, найти прыгать. Время дойти, и сейчас время 20 минут, и... Я не засёк время. По мини-карте я заметил, что там настанет время. В любом случае, я замечу, продолжу копать, начнусь интереснее, я... Я не могу. Я постоянно слышу какие-то взрывы. Откуда эти взрывы идут? Не понимаю. Меня криперы штурмуют, что ли? Ладно, тем временем я копаю. Я сделал себе лопату. Нашел немножко железа. В принципе, нажимная плита. Да, мне зачем она здесь стоит? В принципе, ее здесь, кстати, не видно. Да, ее реально не видно. Если, конечно, не сделать вот так. Бабах. В принципе, на улице ночь. Можно сейчас выбираться потихоньку. Добытчик, ну, круто. О, и медь еще. Вообще замечательно. Будем выбираться там. Думаю, булыжник можно оставить здесь, остальные все ресурсы я возьму с собой. Потому что они нужны.
Особенно если, в частности, медь и олово. И, в принципе, у меня их не так много. Много. На данный этап. Такой вот небольшой туннельчик я вырыл. А, да. Я слышу. Сейчас, наверное, будут видны последствия после взрыва. Ой. Да. Возьму, пожалуй, с собой только стак. Вот этот уберем. Вот это, в принципе, мне вообще не нужно. Земля. Стробери оставим. Давайте будем питаться пока этим. Тут что у нас? В печке пусто. Это здесь. Это заберем. Ну и хорошо. Пошлите наружу. Оставим здесь метку дом 1. Ага. Дом 1. И... прячем. Не будем убивать, а спрячем. Может быть, когда-нибудь я вернусь, я облагорожу эту территорию, но пока нет. Вей, вон вижу. Ох, как вас тут много-то, ребята! Ха-ха! Я буду вас убивать. Пощадку. Подлагивание мне их не нравится. Так, сколько времени сейчас? Время. А, у нас еще есть. О, да. Бью вас всех! А-за-за-за! Мясо. Да. Ну, потом найду еще пару, в принципе. Ну, в случае крайней необходимости. Тут есть покебол. Покеболс. Да. И его можно будет использовать, в принципе, как взять корову и размножить потом их. А? Белая плоть, вижу. Пизда. Что-то привычка уже на третью клавишу действует. Там, думаю, там будет, блин, а его нет. Ага, давай. Ломай, быстрее. Так, я беспощадно. Я ломаю нет. Так. Бежим, и я когда найду уже дом, где можно будет обустроиться, я слушаю записи, и только тогда. Может, если только что-нибудь интересное найду. Всё, давайте. Так, я сделал краник. Да, я сделал краник, и соберем немножко резины. Латекса. Срубим эти деревья. Да. Типа они пригодятся. Не их саженцы, не как сами деревья. Рубаем и просто так для ачивки, чтобы блин, у меня уже инвентарь схлопнулся полностью. Что есть ненужное здесь, что есть ненужное здесь. Вот это в принципе он уже не нужен, как меч. И в принципе мне как слишком не нужен, только мне нужно сам латекс и ростки. Ладно. Так, я тут видел еще гибей Конана. И коров очень вижу. Я вижу коров. О, латекс. Понял. Сейчас... А, вот саженцы. Уже есть он. Два саженца мне, в принципе, хватит, надеюсь. Ну, всё, прокрутили. Вот, все. Три. И 4 даже. Ну все, нам хватит, я дальше побежал. Ребят, я нашел место, где я буду жить. Деревня. Пустынная деревня. Впоследствии надо будет ее огородить. А сейчас я пойду ее осветлю. В принципе, в деревне есть все, что мне нужно. Даже кузница есть. Ничего себе. Подлагивается. Вот домик из синтоконстракт. Так, баганная вода. Ага, всё. Что тут интересного? Ничего. Пусто, странно. Слушайте. Реально странно. Ладно, я буду жить в этой деревне. Кузница. Что у нас тут есть? Коксовый уголь. А, штанишки. Надо себе сейчас.
надеть штанишки. Но я напомню то, что здесь есть что-то в кузнице. В принципе, ничего больше нету. Там какой-то данник странный есть. Жителя, привет, я вас давно не видел. Нет, стоп, задний странный был. Зайцы. А, оу, ничего себе. Может, получается, строить не надо будет? Как весело живется-то. Ой, верни, ничего себе, прикольно. Прикольно, слушай. Ладно, картошка, я смотрю, есть, морковка есть. То есть, с едой у меня напрягов не будет. Давайте сейчас выйдем за территорию деревни, чтобы не было чанков. Чтобы я не находился в чанке, где находятся эти жители. Вот нормально. Да, я считаю то, что это нормальное место, местечко. После, впоследствии будем развивать эту деревню, а сейчас сделаем себе верстачок. 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 Так, что еще? Печку. Одну. Одну печку. И, в принципе, на этом все можно закончить, наверное. Еще вот так вот сделаем напоследок. Так вот. И поставим сундуки. И захламируем их вот так вот. Всем хламом, который у нас есть. Все. Так, весь хлам мы сложили. Возьмем кирку. И лопату можно взять. Что ж, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за внимание. С вами был Маору. Всем удачи, всем пока и всем тортик.